Вместо привычных уже Мастрюковских озер аудитории в ресурсном центре добровольчества. Молодежный форум «Иволга-2020» в этот раз проходит в новом формате. Общение со спикерами и участие в образовательных сменах дистанционно. Первый опыт для нас именно такой работы, но тем не менее мы уже сейчас видим плюсы от онлайн-формата. Во-первых, мы расширили возрастные границы наших участников, мы расширили географию, количество наших участников. Заявки подали более 13 тысяч молодых людей, но стать участниками смогли только 2 тысячи человек. Однако присоединиться к дистанционному формату могут до 50 тысяч желающих. В этом году на форуме 4 образовательные смены: «Мой бизнес» для молодых предпринимателей, «Территория для жизни», собравшая урбанистов и экологов, «Наука и цифровые технологии» для любителей IT и не только, а также «Наша победа». Каждая смена для нас основная, но тем не менее мы очень трепетно относимся к смене «Наша победа». Эта смена в этом году является особо актуальной. В этом году в Российской Федерации объявлен президентом Владимиром Владимировичем Путиным год памяти и славы. И как раз-таки задача этой смены – проработать все разные и, самое главное, новые, актуальные, интересные для молодежи форматы патриотической работы. Это тематика сохранения исторической памяти, это тематика противодействия фальсификации истории. Ежедневно все резиденты форума зарабатывают рейтинг, поскольку Иволга – это не только площадка для повышения компетенции и развития soft skills, но и возможность выиграть гранты на реализацию собственных проектов. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.